«Правда человеческая – временна, а правда Божия – вечна». Об этом напомнил своей пастве глава Среднеазиатского митрополитчьего округа за богослужениями Страстной недели в Свято-Успенском кафедральном соборе Ташкента. В эти особые дни мы вспоминаем страдания Спасителя, понесенные за наши грехи и ради нашего освобождения от них, ради спасения человечества. Господь подъял этот труд для нас через страдания, скорби, через предательство самых близких людей, через разные обвинения в тяжких грехах. Господь просто молчал, просто терпел и смирялся. Он понимал, что человек ослеплен своей правдой, человеческой правдой, а от истины далек. Вот это наша правда. Земная, человеческая, временная, а правда Божия вечная. Поэтому вооружимся вот этой правдой, претерпевая унижение, оскорбление, как терпел сам Христос Спаситель, и тем самым спасемся и достигнем Царства Божьего.